Всем привет, с вами Прия. Достаточно скоро начнется резервация никнеймов на WoW серверах Classic. И пришло время ответить на некоторые вопросы, потому что они очень часто и в ВК-группе люди спрашивают, и в сообщениях в игре, и по Battle.net спрашивают, за какую фракцию, на каком сервере, с каким вообще настроем идешь играть на Classic, ну и все такое прочее. Начнем же. Собственно, какой там был первый вопрос, который я задал? А, да, какой сервер? Сервер Пламегор, являющийся русским сервером, вкладки PvP. То есть это будет интересно, это будет забавно. Да, может быть, жопа сгорит в каких-то ситуациях, но, в принципе, есть один интересный момент, о котором я еще скажу в конце видоса. Далее, за какую фракцию? Альянс. PvP-сервера подразумевают в себе лишь только создание персонажей за одну фракцию. То есть если вы создали на PvP-сервере персонажа за Альянс, то вы можете создавать персонажей только за Альянс. Ну, наверное, если удалить их всех, то тогда можно будет за Орду создавать. Но не думаю, что вам захочется удалять персонажа 60 уровня. Вот. Далее, что получается? За кого? За воина. Воин мой самый первый персонаж, которым я начал играть еще в конце Лич Кинга. То есть, если вообще открыть ачивы, глянуть по прокачке левелов. 6 августа 2009 года, полученный 10 левел на воине. То есть 10 лет почти я отыграл на воине. Ну, я думаю, этот опыт такой хороший, большой. Далее. Что конкретно касательно стримов? Касательно стримов все будет очень интересно. А, будет марафон на 120 часов. Да шутка. Посмотрим на самом деле, какой темп игры я выберу. То есть, может быть, постримлю 20 часов, посплю 3 часа, потом опять 20 часов, потом опять 3 часа перерыв. Я подумаю по своему внутреннему состоянию, духовному состоянию. В общем, видно будет, и конкретно касательно этого анонс уже будет в ВК-группе, в Дискорде. То есть, ссылочки абсолютно все есть в описании. Можете заранее уже перейти в них и подписаться, и нажать там абсолютно все то, что нужно. В классике, конечно, будет хардкорно качаться, но относительно недавно всплыла информация о том, что якобы в подземельях прокачка будет весьма неплохая за счет того, то, что опыт там якобы больше идет, чем при прокачке соло. Поэтому я, возможно, буду склоняться к версии прокачки в группе при том моменте, когда уже можно будет гонять в инсты. И, быть может, мне потребуется ваша поддержка, потому что какие-то там дамагеры или какой-нибудь хил, я думаю, пригодится. То есть, если будет на момент формирования группы какой-либо человек, желающий помочь в этом деле, желающий сам прокачаться вместе с нами по инстам, то я только рад буду. То есть заранее там напишите мне в BattleTag об этом, чтобы я хотя бы примерно имел представление о том, кто захочет, когда захочет и все такое. То есть чтобы информация какая-то хотя бы была у меня о тех людях, которые захотят вместе по инстам побегать. То есть если это будет реально работать, если это будет правда рабочая схема, я задумаюсь об этом и что-нибудь еще серьезное выскажу насчет этого в Дискорде или, опять же, в ВК-группе. Запомните, Classic является социальной игрой, и только вместе можно будет что-то реализовать. Поэтому желательно найти какую-нибудь гильдию. Вот я, допустим, насчет этого еще не думал, а надо подумать бы. Ну, пока что, наверное, вот такой вот микроанонс. Как говорится, дальше больше, время покажет. Не забывайте про ссылки в описании, розыгрыш там еще активен какое-то время, да, до завтрашнего дня. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, до скорого.